Настоящий женский. Расскажите немножко о вашем проекте. Локальное оповещение причес. У нас получается. В чем его актуальность? Актуальность в том, что, допустим, вот вспомним ближайшие события при экскурсии, допустим. Там, получается, люди были. Ну, всем уже известно было, допустим, то, что прорвется дамба, а вот поселок он не знал. И получается, там много пострадавших было. А у нас такой проект получается, то, что он может в любую секунду оповестить определенное количество людей, допустим, в радиусе 1 или 2-5 километров, допустим. Как он будет работать, этот проект? А это получается, мы делаем, чтобы он работал через сотовые телефоны и через, ну, по любой сети, допустим, через компьютеры, через А что это вообще? Телефоны. Это программа, приложение, что это? Приложение, получается. Приложение для сотовых телефонов, в частности? Да. В частности, для сотовых и для компьютеров. Что вы хотите представить завтра? Готовое уже приложение. Неужели? Да. Кто в вашей команде, кому вам и чего вам сейчас не хватает? Чего нам сейчас не хватает? Ну, нам, по-моему, все хватает. У нас уже есть идея, есть решение к этой проблеме. Вот. Вы здесь, думаю, вы здесь ради айпада? Да, конечно. Спасибо.